нас на гармонии. Дикой паранойи по ночному Сент-Пи 20 лет. Они подруги, они обе не против, но мне хочется 3-20 лет. Дым на вкус еще немного другой, он немного сырой, мне 20 лет. Соседи вызывают ментов, они входят, открывая ногой 22-0, ой-ой-ой. 2-0-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 2-
20. На дворе стоял переломный 2000 год. Я убивал себя всем, чем только мог. Я протусил на пятнашке месяца два. Потом на бутырке еще месяцев семь. За разными решетками мигала Москва. А я продолжал общаться не с теми. Летом, помню, вышел по амнистии и начал еще хуже вести себя. Родители тогда руки опустили, отправили к бабуле заниматься своими глупостями. Я встречался с девчонкой очень приятной. Пока она спала, пиздил деньги с ее карты. Я наебывал бабулю и вытягивал лаве. В 20 лет только хмурый был у меня на уме. Кэс на гармонии в дикой паранойи по ночному Сент-Пи. 20 лет. Они подруги, они обе не против, но мне хочется 3-20 лет. Дым на вкус еще немного другой, он немного сырой, мне 20 лет. Соседи вызывают ментов, они входят, открывая ногой. 22-0, ой-ой-ой, 2-0-2-0, ой-ой-ой, 2-0-2-0. Я мечтал разъебать своим рэпом. И чё? В 22 я сделал это, 2002. И тот год выдался сумасшедшим. Трек в одну, хочешь вторую, конечно. Моя комната на улице Марата повидала. С братьями на сцене от подвалов до залов. Хуй блёты считали, что я сольюсь. 19 лет ушло, ощутите добрую грусть. Еле стал Кастанеду в экране Тони Монтана. Она вдова, я влюбился, мама. Питер в то время, как наша Гвадалахара. Залетели криплые, смажешь из гара. Время тики-тики, наши бальсы были стики. Треки, расклады и шары, как у Микки. Привет тем, кто помнит меня 20-летним. Если чё, сори за мои срывы и бредни.